Так, друзья, всем привет, с вами Капан, да, и сегодня играем в Tower Battles в Роблоксе. И сегодня я хочу затестить нового юнита наемника, Mercenary. Зеда мы уже тестили, ну и так я для более коллекции взял маленько еще и эльфа попробовать. Так, давайте быстро воткнем одну ферму и возьмем одни джипы. Я не знаю, кто тут чем, кем будет играть. Мы играем, как обычно, с подписчиками, но я ни с кем не согласовывал. Так, давайте я втыкаю джипарей своих, пускай рядышком тут стоят, вот с этой стороны, хоп. Все, так, я играю в команде красных, играю вместе с Магма боссом и просто Артем, наверное, да. В команде синих у нас Миша Кул 07, скилл XP Hell, короче, адский какой-то скилл. И тверк. Извиняйте, как обычно, если я что прочитал неправильно, но я старался, тем более торопился. Ну что, я хочу накопить как можно быстрее, конечно же, 900 мне нужно накопить на нашего наемничка. Поставим его где-нибудь, чтобы можно было потом... А, ну кстати, где? Кем я буду в основном играть? Я, конечно, в основном буду играть, это, наверное, Зедом. Моя убойная сила, потому что за 900 наемник, я так понял, он там что-то между тем, который с эмкой стоит, там обычный, не помню, как его зовут, кстати, ну, обычный чувак, какой-то морпех с винтовкой, и между команда, который миниганчик, тот 1850, по-моему, стоил, тот еще дешевле, а вот 900 это что-то между примерно ними. Поэтому это будет не наша основная, как бы, ударная мощь. Основная ударная мощь у нас будет полагаться, наверное, на Зеда. Он, кстати, выходит каждые 45 секунд, я почитал, так понял. И последний ап у него около 40 тысяч там. Я уже не помню, когда мы катку играли предыдущую, около 46 тысяч там было. Обалдеть. Так, ладно, давайте я поставлю сейчас еще пару ферм. Нет, это не то, это джипари. Давайте поставим ферму раз и апнем ее. И нет, больше я не могу. Так, давайте глянем вообще, что у нас тут творится. У нас есть и еще одни джипы, это нормально. Джипы есть. Что еще есть? Ферма. Тоже уже, кстати, апнутая до второго уровня. Так. Что, и больше все, я ничего не вижу. Нет, кто-то где-то стреляет. Или это у соседей стреляют. Что-то тут куча всего. Ладно, давайте глянем, что у соседей творится. Соседи, я иду к вам в гости. Посмотрим, что в команде синих творится. Ну-ка, давайте глянем. Так. Понятно. Вот кто там у нас шалил, стрелял. Короче, у нас два снайпера. У них точнее. Вот про этого я говорил. Чувака, я забыл, как его зовут. Как этот юнит зовут, напишите в комментариях. Это, ну, что-то типа какого-то морпеха, короче, с винтовкой. Вот, а тот наш наемник будет что-то среднее между этим и командосом. Так, что у них еще? У них, короче, фермы, раз, два, фермы вижу, фермы есть. Так, а у них есть джипы? Что-то джипариков не вижу. Джипов, что ли, нет у них? А, вон еще фермы, короче. Так, нет, это те и были фермы. Что, две фермы, что ли, и все у них? Что-то я больше пока особо ничего не вижу. Так, самое главное, чтобы тут катка быстро не закончилась. Ну ладно, мы тоже расслабляться не будем, а то один раз я расслабился и сам и проиграл. Думаю, ой, у нас какие-то лоховские там на той стороне противники, булки расслабил и проиграли. Ну ладно, нам главное затестить. Мне не главное выиграть, мне не зазорно и подписчикам проиграть и так далее. Ничего страшного, если мы проиграем, мне главное затестить нашего наемника. Так, давайте, наверное, я поставлю еще одну ферму. Либо это апнуть за 550. Пока даже не знаю. Но у нас джипов куча. Я уверен, мы справимся. Джипов мне нету смысла сейчас улучшать. Даже пускай по 25 у них будет жизней. Я не буду ничего апать, потому что я уверен. Здесь как бы мы все зачистим. Ничего страшного не будет. Так. Давайте ферму втыкаем. Как раз 300 у нас есть. Так, теперь я переживаю за соперников, за наших. Кто у нас там в той команде. Так, ой, я могу еще апнуть, подождите, 550, а нет, 550 не могу. Так, ну и за 250 могу апнуть, все правильно, 550 будет на следующем уровне. Все, пускай копится у нас денежка. Ну-ка, глядим, что там. Ну вот не люблю, чем эту карту, она вот прикольная, вот в плане этих загогулин, вообще клево сделано. Но вот в плане того, что приходится опрыгивать вокруг, очень неудобно. Выпрыгивать, запрыгивать, туда-сюда бегать, елы-палы. Тут что вам, фитнес-центр что ли? У нас здесь война.
Так, у них босс идет, сколько у босса осталось? 80 жизней, 70, нормально, они задают. Ну, блин, им бы, конечно, джипари бы не помешало, и еще кто-то. Ладно, мы не будем сейчас расслабляться, может они сейчас в конце как файзеров и рилганеров и зедов понаставят. И тогда нам ханашки. Ну что, давайте затестим, попробуем все-таки поставить. 900 мы уже накопили, я хочу попробовать поставить. Так, 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 где-нибудь поближе к выходу. Где вот они выходят, где-нибудь, наверное, вот тут я его поставлю, возле вот этих вот штук каких-то. Бенчик. Воу-воу-воу, с калаша, наемник. Он даже убил босса, наверное, с одного выстрела. Да нет, конечно, у босса, наверное, просто как раз так совпало, что мало жизней. Давайте глянем. Так, за 200 лазер можно у него апгрейдить. Ну-ка, выглядит он примерно вот так. У него там какая-то даже орел какой-то, да, на берете. Так, так, а поскольку он нарезает, интересно? По единичке, по-моему, я читал. Так, давайте лазер апнем. Во, у него появился подствольный лазер. Вон, красненький, да? Эй, блин, джип, ничего не вижу. Так, все, есть. Давайте за 560 сейчас еще апнем. Так, пока все нормально. Джипы у нас апнуты, апнуты на третий уровень уже. Вот это мой первый уровень едет. Нубовский. Давайте апнем за 560. Опа-на. Что-то у него появилось. У него появились наушники, короче, какие-то. Что-то еще сверху. Короче, это связь появилась. Связь с командованием, со штабом. Наверное, так. И какие-то нарукавники появились еще. И рюкзак. Рюкзак был, не был. Я, кстати, его не знаю. Я его еще не изучал, особо с ним не играл. Может, что-то путаю. Так, следующий апскилл 1650. Нет, давайте мы, наверное, фермы маленько апнем, чтобы у нас хоть что-то копилось. Так, вот это и вот это. Все. У меня три фермы. Три фермы третьего уровня. Давайте воткнем еще четвертую и сразу вкачаем ее на второй. Ага, на второй-то нету денег. Так, о, вот у нас уже старший брат его. Это, наверное, мелкий братюня будет за 900. Наемник, это старший брат его. Старший братюня. Команда. Наш шестиствольщик миниганчик. Так, за 250 я апаю и хочу глянуть, как там у соседей дела творятся. Главное, чтобы на скатка-то хотя бы до 30-й бы волны дожить, было бы прикольно, да? Это было бы здоровски. Ладно, побежали. Ой, водичка какая приятная, искупаться бы, а? Ну, некогда. У нас тут война нынче на носу. Так, у них что, как дела? Ого, да они тоже всех завалили. Е, у них есть команда, это круто. Уже апнутый, тоже вкачанный этот чувак. Морпех. И снайперюги стоят. Все, нормуль. Зря я переживал. Все, нормуль. Если есть команда, это уже полбеды. Уже все нормально. Можно не переживать. Так, у нас он пока не вкачанный первого уровня, да, если не ошибаюсь? По-моему, да. Так, я сейчас вкачаю еще одну ферму. Давайте на... за 1000, что ли, ее вкачать? Давайте я на 1000 вкачаю, на 4 уровень. И хочу вкачать вот за 550 лейку купить еще. За 550 лейку купим, и потом уже будем апать нашего наемника. Поскольку он отнимает, а, мне интересно. На третьем, на втором уровне, по-моему, по двоечке, а сейчас, по-моему, по троечке он должен отнимать. Вот это, как говорится, не точно. Сколько у него денег он нам принес? 500. А, вот здесь мы можем. По единичке он так и отнимает, видите? 44, 45. Да, он отнимает по единичке. Но зато он, наверное, стал быстрее стрелять, у него появился этот... лазер. И, наверное, он стал теперь невидимых еще видеть. Вот мюстери. Мюстери же он видит. Да, он тоже вроде валит их. Ну, тяжело тут понять, конечно, кто кого валит. Во-во-во-во-во. Надо апнуть. Давайте тогда я вот эту ферму за 1000 апну. Нет, да, я вот эту за 550. И все, я сейчас буду копить еще. А то сейчас уже боссы пойдут. На 18 волне, там, по-моему, будет уже более-менее тяжеловато. Не, а прикольно он такой. Наемничек-то, да, наш? Стоит там, нахлобучивает. Красавчик с калашом. Прикольный. Нам самое главное затестить. Так. Давайте теперь апнем его. Все. За 1650. Ну-ка, я хочу посмотреть, что у него там изменится. Бенчик. Вау. У него, короче, ствол изменился. И даже звук поменялся. Слышите? Не знаю, слышно вам или нет, но звук такой стал более это, глухой. Бум-бум-бум-бум. Как-то так стал долбить. Может быть, там какой-то глушак у него навернулся. Нет, глушака не вижу. И стал теперь уже зеленый подствольный этот прицел лазерный. О, у нас уже фазер появился. Фазер, это прикольно. О, все три брата. Самый младший брат.
постарше брат и старший самый брат. Это средненький будет. Младший, средний и старший. Прям как в анекдоте. Так, давайте глянем, что там у соседей у нас творится. Так, я хочу накопить 5500. Нет, давайте я апну ферму и буду копить уже 5500. Так, апаем за 1000 раз и апаем за 1002. Все, нормуль. Я пошел гляну, что там у соседей творится. Нет, я еще, знаете, как хочу. Пока мы бегаем за 300. Сейчас еще последнюю ферму воткну. Все, будет у нас 5 ферм. Больше я не буду ставить. Все. Готово, пошлите. Потому что если мы доживем до того времени, когда будем ставить зедов, нам нужно будет очень много денег. Потому что на последней волне, ой, на последнем апе он стоит там в районе 50 тысяч. У него только один ап стоит. Вау, у них зед есть. Прикольно тоже. Вау, будет интересно уже. Будет интересно. Будем, короче, зедами рубиться, я так понял, одними. Ну, не одними, но основная такая будет у нас ударная волна идти. Мощь. Вот он, зед нахлобучивает. Я пока не ставил зеда, я поставлю попозже, потому что моя основная цель, конечно, была это затестить наемника, мерсенари. Так, вот он наш наемничек. Я теперь хочу накопить ему 5000, чтобы апнуть его на последний уровень. Нам же нужно его затестить-то, да? Все. Deadlines какие-то. Последний, это он, наверное, будет в череп в этот такой превратиться. Скелетона. Ладно, нахлобучивает. Но у нас хорошо нахлобучивает очень сильно команда и нахлобучивает хорошо Файзер. Они по боссам хорошо нажигают вообще. Так, ну что у нас принесло? 2400, да? Блин, может по-бырому апнуть? Давайте-ка я апну уже фермы, чтобы наверняка. Так, и вот эту еще за 1000, наверное. Успеем мы его апнуть, я уже не так переживаю. Я просто боялся, что мы не успеем. Или мы сольемся, или соседи могут слиться. В принципе, уже нормуль. Я уже думаю, мы еще и зеда проапаем. Но до какого уровня, пока неизвестно. Клевый автомат у него, АКшка. Но она какая-то полностью металлическая. Такое чувство, что она какая-то вся серая, да? Ага. Да, прикольно. Выглядит он прикольно, конечно. Так, Файзер у нас нажигает. Сколько у нас ферм? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ферм, если я быстро правильно просчитал. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 джипарей. 5 джипов, патрулей. 11 ферм. Ну, неплохо. Ну-ка, у соседей. Как там у соседей обстоят дела? Мы сейчас вот так вот будем сверху смотреть. Опа. Так, боссы где идут? Понятно, только вышли. Так, вот эту ферму я апаю. Все, больше я пока их не буду апать. Я сейчас накоплю 5000 на последний ап для нашего наемника. Они, кстати, быстрее зачищают. Смотрите, у них уже вообще все пусто, а у нас только-только. Потому что, наверное, со своим наемником. Во-во-во, все-все, хватит его хай. Давайте апаем на последний уровень. Исторический момент, я первый раз апаю его на последний. Я, во-первых, то, что затестил, только первый раз. Еще я первый раз апаю на 5 уровень. Слышите? Опять изменился звук выстрелов. Стал, наоборот, теперь более грубым. И поменялся ствол у него, да? Более темный такой стал. И сам он весь перекрасился из красного, теперь он стал темным таким. Какой-то мега спецназовец. И очки у него появились прикольные. Прикольно. Ну-ка, поскольку он отнимает? Если не ошибаюсь, по троечке теперь стреляет он по тройке. Нормально. Так, я теперь могу апнуть уже ферму. Нам нужно проапать все свои фермы. О, что-то она какая-то странная, желтая. А, тут, наверное, кстати, рядом с деревом, с чужим поставил. Ну, которая уже на плейсе стояла. Так, все, первая ферма у меня 5 уровня. Она теперь приносит нам по 1500. А эти еще приносят пока по 500. О, сразу же могу еще ферму апнуть. Сейчас мы их быстро все проапаем. И потом уже я буду зета ставить. Что-то уже становится более-менее интересно. Так, я потираю ладошечки свои. Уже начинает мне что-то уже настроение заигрывать-то. Уже будет, думаю, будет весело. Так, у нас будут зеды воевать, я так понял. Сейчас мы апнем все свои оставшиеся 3 фермы. И у нас будет приноситься 5 ферм по 1500. Это будет 5500. А, кого? 7500, да.
Так, у них Z едет. Какого он уровня, я пока ничего не вижу. Нет, он первого уровня. На втором уровне у него появляются ребристые такие металлические гусеницы какие-то. Зато у них два есть Z-а. Так, а я могу, между прочим, апнуть свою еще ферму. Так, все, я ладошки свои потираю. Думаю, будет весело. Мне уже становится интересно. Так, апаем его. И так, я уберу маленько звук, громкость. Мне кажется, очень много выстрелов. Что-то слишком громко. То я боюсь, что потом мой голос не будет слышно из-за этих выстрелов из всех. Так, босс у нас какого уровня идет? Второго. Все, он помер, нормуль. Еще один босс идет, тоже второго уровня. Так, а нам бы теперь не впухнуть-то бы, а? Какой у него радиус? Ой, а радиус-то у него небольшой. Но чем здесь хорошо, здесь много загогулин. Он сейчас обратно войдет в радиус его поражения, и он будет дальше нахлобучивать наш наемник. Не, прикольно, пускай нахлобучивает. Товарищ старается же, да? Ну, он, конечно, не особо дорогой, но все равно. Так, давайте еще две фермы я проапаю, и все. И теперь я могу уже со спокойной совестью копить на Z. Пускай у меня будет 5 ферм. Мне кажется, тут мы пока должны еще справиться. О, у нас уже... Кстати, он изменился. Точно-точно изменился. Смотрите, 5 уровня изменился команда. Вот этих металлических рук у него не было. Лазеры у него такие были, но вот он здесь маленечко поменялся все равно. Вот они его, короче, визуально изменили. Я тоже напомню, что в апдейте было сказано, что изменили они на 5 уровне команда. Но вроде как его показатели не поменялись. Мне кажется, они чисто визуально его сменили. Надо будет на вики залезть, почитать еще. Сколько нам денег-то он принес? Уже принес 4000. Ну нормально, он почти, у него последний ап почти окупился. Ладно, я, короче, сейчас коплю на Z. Z сколько у нас стоит? Z стоит 5800. Все, нормуль. Куда его воткнем? А давайте вот здесь будем с краешку ставить где-нибудь. Все, Z воткнули на 3600. Сейчас сразу же воткнем на второй ап, да? Давайте 3600 и есть. Все, у него теперь такие будут ребристые гусеницы. У него жизни будет побольше. Все, у него теперь... Так, по-моему, 500 жизни так у него и было. Да. Это значит, надо следующего дождаться. У него, по-моему, будет 900. На втором уровне у него должно быть 900 жизней, если не ошибаюсь. Ладно, нахлобучивает пускай. О, нифига себе, он уже 800 принес. А этот 5000, все, у него этот ап окупился. Так. Давайте думать теперь. Либо еще одного Z воткнуть, либо апнуть ему пушку, чтобы у него жизни было побольше. И чтобы... Он еще ракетами там стрелял, по-моему. Но зато он будет ездить в два раза чаще, если до второго мы воткнем. Давайте мы я лучше поставлю второго и также апну его. Не, даже я не буду апать, я сейчас поставлю на третьего. Я, наверное, сейчас их куплю на 5 штук. Их же максимальное количество можно 5 поставить. Куплю их 5 штук. Ой, давайте эльфа воткнем, кстати, для прикола. Пускай стоит тоже. Вот, эльфа возьмем. Кстати, я его тоже, по-моему, еще ни разу не апал на максимальный уровень. Давайте его сразу и вкачаем. Все, я его сразу же проапал. О, я затестил мало того, что на 5 уровень наемника, еще и затестил эльфа на 5 уровень. Потому что максимум его, по-моему, апал только до 4. Как-то мы, помню, пробовали проходить с подписчиком чисто одними эльфами тащить. И что-то мы, по-моему, на 18 где-то волне слились. Что-то не особо получилось, короче. Так, эльф у нас 5 уровня стоит, 5 уровня наемник и куча фермецких. 5 штук ферм. Нормально. И давайте я, наверное, апну. Нет, давайте я лучше поставлю еще одного Z. Ставлю еще одного Z. И тоже апать его не буду. Я решил поставить их всех 5, чтобы я хочу, чтобы их куча было. На карте куча было прям. Потому что в основном у них там жизни добавляется. Ну, конечно, и повреждение тоже растет, но в основном жизни. Пока они едут, здесь чем хорошо, карта очень сильно закрученная, поэтому они начинают пока крутиться все, начинают очень хорошо нахлобучивать. Поэтому пускай едут так. Ой, мамочки, я что-то еще сразу... Сразу же 2 могу воткнуть, да? Давайте, раз. И сразу... А, денег не хватает. Чуть-чуть. Давай, кописька. 100, есть, готово. Эть, влазь. Все. Больше, по-моему, Z я не смогу поставить, если я не ошибаюсь. Капец, у нас тут война Z. Давайте глянем, что у них там творится. Давайте скорее же глянем. Мне уже очень-очень интересно.
Таки-таки-таки-таки, расколбаки. Ну чё, ребята, у нас, короче, война зедов будет, да? Вау, у них там тоже идет целая армия зедов. Раз, два, три. Так, у них у одного, надеюсь, зеды есть, или у всех? Если у всех, то нам ханашки. Сколько их едет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук, семь. Ой, мамочки, у них там вообще куча зедов, короче, у всех. Ну, ладно. А у нас, по-моему, только у меня есть. Пять штук стоит моих, я больше их не вижу, да? Ладно, давайте начнем апать. Так, апаем этот уже на второй уровень. Вот этого апаем. Этот есть, вот этот тоже. Вот этого товарища почти сейчас, чуть-чуть осталось. Ой, фазеры нажигает. Фазер тоже уже, кстати, максимального уровня у нас стоит. Фазер 5 уровня. Но он, по-моему, визуально не изменился. Такой же он как был, такой и остался. Сверху у него 3 луча вот этих лазерных. Снизу один посередине крупный. И все фиолетовые. По-моему, так и было. Так, за 3600 апаем на второй уровень. И у нас остался последний Z, которого нужно апнуть. Ну, хотя бы на второй уровень. Я думаю, может, ферм там мало, 5 штук. Z-то очень дорогой, может быть, надо было и больше. Так, нифига себе, уже так быстро, 29-я волна прошла. Офигеть. Офигешки. Так, ладно. Теперь я сейчас накоплю их. Конечно, апну всех, наверное, до 3 уровня. Потом на 4 уровень уже будет стоить 14 тысяч ап. А потом уже 50. Мне интересно, лучше там всех их на 14 прапать, либо я хочу попробовать все-таки, да, вот 14 меха. Я хочу попробовать апнуть одного все-таки за 50 тысяч, который там будет на в конце уже. Мне кажется, так будет интереснее. Мы тогда за один ролик, если все получится, мы проапаем на 5 уровень нашего наемника, на 5 уровень эльфа я затестирую. И еще затестирую, если все срастется, Зеда. Но это будет вообще просто бомбически. Если все это срастется в одном ролике, я буду так счастлив. Ну что, у нас там кто-нибудь будет-то вылазить или нет? Они только вылазят и обратно залазят. Даже не успевают. За секунду помирают. Кто там выходит-то? Боссы-то когда пойдут? На ком затестить? Давай-давай, чтобы не зря хоть ехал Зед. Зед вообще скучает, просто так катается. О, пострелять-то можно. Ой, только не говорите, что опять все зависло на 29-й волне. Да, да. Опять такой же баг, как было точно то же самое, как в прошлом видео. На 29-й волне все встало колом. Но было бы эпично посмотреть все-таки. Я так и не могу затестить никак Зеда на 5-м, на 5-й левел лапнуть, потому что просто не хватает времени. За 29 волн. За 30 просто нереально это. Давайте хоть кого-нибудь посылаем так. Может, что-нибудь там прокакается потихоньку. Не, ничего, все. Это опять. Это, ребята, game over. Ладно. Зато я протестил нашего наемника. Хоть на этом спасибо, как говорится, да? И Зедом маленько поиграли. 5 штук их воткнули. И. А, еще и эльфа протестили, да. О, у нас уже и танки поперли. Короче, это очень печально. Я не знаю, надеюсь, разработчики поправят этот баг, потому что очень печально с ним постоянно играть. Это, ну, просто, не знаю, только на самом интересном месте всегда все заканчивается. Ладно, вот это где-то в начале было, там, на 9-й волне, там, на 15-й день, ну, на 20-й, ну, на 30-й, когда уже самое интересное, когда уже все, вот оно. Я самое, знаете, что интересное? Вот у меня сейчас минус 25 кредитов. Я сейчас выйду отсюда, у меня будет уже минус 50. И у всех. Потому что разработчики решили, когда у тебя баг и ты ливаешь с игры, значит, тебе надо взять штраф 25 кредитов. Вот сейчас у меня будет минус 50. Потому что тогда то же самое. Я вышел, когда баг был. У меня был 0, стало минус 25. Ладно, друзья. Свою задачу я выполнил. Я доволен все равно этой каткой, потому что я затестил наемника. Буду в следующий раз играть в основном, конечно, я зедами и... Наверное, риоганерами. Ну, фермы и джипари. А еще следующий можно будет кого-то там по выбору ставить. Все, друзья, спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.